Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Подосиновик! Дитя, что надо сказать? Подосиновик! На каком вы канале? Baby Go! Ты считаешь, что это подосиновик? Потому что у него красная шляпка? Ничего себе! Друзья, сегодня у нас игра, помогающая различать цвета и понимать названия этих цветов. Не надо мять, Динчик, нам еще с тобой корзинки пригодятся. Вот. А также мы будем подбирать предметы одинакового цвета, но разного размера. Устанавливать тождество и различия цветов. А также попробуем закрепить понятие слов «такой», «не такой» и «разный». Это подосиновик. Подосиновик или подберезовик? Коричневый шляп. Динечка, ну у нас сегодня игра с тобой не на закрепление знания грибов. У нас сегодня с тобой игра на цвета, такой, не такой и разные. У нас есть корзинка, на которой помечен оранжевый цвет. Сюда мы будем собирать грибы с оранжевой шляпкой. Вот здесь корзинка, на которой помечен коричневый цвет. И будем сюда собирать грибы с коричневой шляпкой. А на этой корзинке помечен у нас красный цвет и грибы с красной шляпкой. И заодно будем различать размеры. Как видите, у нас есть грибы с красной шляпкой разных размеров. Грибы с оранжевой шляпкой разных размеров. Нечка, подними, у нас корзиночка упала. Подними корзиночку. Давай, держи, доставай. Да, молодец. И у нас есть грибы с коричневой шляпкой разных размеров тоже. Динечка, смотри. У нас два гриба с какой шляпкой? Эхе. Какая шляпка? Эхе. Какого цвета шляпка? Коричневая. Коричневая. Но смотри, они одинаковые, но не совсем. То есть он... Коричневые. Да, то есть смотри. Мамы коричневые. Эти грибы мамы подходят в эту корзинку, правильно? С коричневым. Клади. Потому что они одинаковые, но они разные с другими грибами, у которых шляпки других цветов. Так, Дениска, а вот эти грибочки у нас с какой шляпкой? Смотри внимательно. Какого цвета шляпка у этого грибочка? Желтый? Нет, подумай, как этот цвет называется? Оранжевый. Эти грибы не такие, как эти, потому что у них разные шляпки. И этот гриб не такой, как этот, потому что у них разные размеры. Один чуть побольше, другой чуть поменьше. Но вообще в целом они одинаковые, потому что у них одного цвета шляпки. Давай положим в правильную корзинку эти грибы. Где у нас оранжевый? Нет, это красный цвет. В какой корзинке у нас оранжевый? Посмотри. Вот. Давай складывай эти грибочки в ту корзинку. Клади. Два гриба, правильно, видите, мы еще и посчитали. Так, и у нас осталось еще два гриба. У них шляпки какого цвета? Красного. То есть эти грибы ты уже положил правильно, и у них шляпки не такого цвета, как у соседних грибов из других корзинок. Да. Не оранжевые и не коричневые. То есть эти грибы все разные, которые в разных корзинках лежат. Правильно, Дениска? Правильно. Мы с тобой разложили все грибы по корзинке? Положили. Коричневый положили в корзинку с пометкой коричневый цвет. Красные положили в корзинку с пометкой красный цвет. И оранжевые положили в корзинку с пометкой оранжевый цвет. Посчитали количество грибов в каждой корзинке, да, Дениска? И что мы еще с тобой сделали? Сравнили, что все у нас грибочки в разных корзинках разные. Что у нас есть три цвета, мы закрепили красный, оранжевый и коричневый цвета сегодня, да? Ну а с вами был канал Baby Go, мы придумывали очередную развивающую игру для вас. Надеюсь, она вам пригодилась, пробуйте со своими детишками. Мы еще раз напоминаем, что наши игры, естественно, не панацея. Кому-то из детей они будут интересны, кому-то нет, да, Денис? Вот, мы сами пробуем и, конечно, от каких-то игр отказываемся, какие-то принимаем.
Ну а теперь пришла пора прощаться, да, Дениска? Ну а с вами был канал Baby Go. Подписывайтесь на нас, ставьте пальцы вверх. Как пальцы вверх ставить, Дениска? Оставляйте свои полезные комментарии. До новых встреч, друзья. Пока-пока. И, конечно, давай лучше с той стороны. Ну? Давай, подходи.